Hey guys, welcome to Watch Dogs. It's free. Well, it's free now. Well, while you watch it, you can get it on Uplay. So this is a game about something like GTA, but with hacking abilities. And that's pretty much it. We start a new game, a new life in this city. Секретных данных бери не хочу. Прямо мечтают, чтобы я их стянул, и я стянул. Тянем. Не отвлекайся. Тут нехилая система защиты. Как прогресс? 100 000 за полминуты. Что бы мы делали без богатей? Просто волшебство какое-то. Сидим и деньги из воздуха тянем. Кто-то в лесте решил. Посмотрим. Забей. И так забот хватает. Сливай все деньги, Варя. Не нуди, малыш. Старшим виднее. Защита сработала. У нас гости. Система сканет. Ну, потерпи чутка. Я сваливаю. Я тебя сейчас свалю. Это что за? Сворачивайся. Марис. Ну? Короче, один из наших агентов узнал имена хакеров из Мерло. Прижмем. Займись Эйденом Пирсом. Убери его. Семью припугни. Этот парень доигрался. Чё-чё семью? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Кто заказчик? Чувак, я не знаю, честно. Не знаешь. Чё-чё, семью? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Ну что, Морис, припугнул, а? Просто работа, я не знал. С кем ты говоришь на записи? Имя, ну? Да не знаю я его! А это ты знаешь? Лена. Лена Пирс. Не знал я ни про какие.
этих детей все пошло не так. Советую подумать получше. Но... мужик, даже если бы я знал, не сказал бы. Эти люди... такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это. Знаешь, иногда у нас... Прошу! Не надо! И кто это был? Я говорил с ним по телефону, он назвал мне место, это все, клянусь, это все! Имя давай. Не знаю я! Имя! Убей меня, давай, убей! Can I shoot somewhere elsewhere? Fine, kill him. Wait, leg. What? Ah! No bullets. Wait, I need understand why audio and why audio is Russian. I changed it to English, but I don't think it's worked. Oh well. Well, I guess you're gonna see English audio. Wait, before we go any further, I need controls and sensitivity. Okay, I'm sorry again, but just sensitivity. Why it's not apply? Had to hit apply. Okay, sorry again, I just... okay. What? Meds? I like it. Drop, pop. Huh. It's hacking. That's fine, that's fine. Can I take baseball bats? No. It's fine. Hey, Maris! Слышь, чё, как придурок? О, чёрт! Где тебя носило? Чего? Это он мне. Чуть отвлекся. И что же я вижу? Где патроны? Выбросил. Что, а иначе бы ты его грохнул? Я просил их подержать, Джорди. И где ты был? Мне позвонить надо было. Марис что-нибудь сказал? Блин, ты гонишь. Прибраться надо. Хорош уже любоваться. Эй, мило, конечно, но ты меня расстроил, Певс. Ты даже не заметил, как я завариваю кашу между бандами. Надо закончить дело. Уберем его. Не, поздняк. Восьмой. Чикаго ведет. Почти развязка. Все. Времени нет. Так-то. Ха. Да ладно. Неужто даже не спросишь, кому я звонил? Так, ладно. И кому же ты звонил? Так-то. Короче, у нас тут куча трупов. Наверху огромная толпа. Я вызвал копов. Панику создать. Да ладно. Ага, без шуток. Ну, копы подъедут, а потом Марисовы братки и... Джорди, ты шутишь? Нет, не шучу. Так вот, в конце матча начинается паника. А мы с тобой тихо смываемся. Спасибо, скажешь завтра. Супер. Пунктуальные копы. Займусь ими, а ты хватай Мариса и вали. Мариса? Я тебе что, водитель? Он стрелял. Я с ним не закончил. Урод. Полиция Чикаго. Есть тут кто живой? Вылезай давай. Take cover. Okay. Press V or exit cover.
Окей, но он... Нет. Огнестрел, пушка вон там. И тут мертвяк, тоже вайсрой. Ну и отлично. Вот не могли эти уроды другой день для разборок выбрать. Carefully go up. Roger the pole now, boy. А, маус, no, маус, return to me. Return, no, okay, thank you. Oh, there's another camera. Хулиган, тут копов полно, не выбраться. Мне нужен какой-нибудь отвлекающий маневр. Отруби свет, тогда я смогу свалить. На всем стадионе? А кто у нас не хотел, чтобы все трещали про цитителя? Для таких выкрутасов мне придется пробить фаербол сетевой. Своя шкура все-таки дороже. Где ближайшая точка доступа? Совсем рядом. Только без пропуска тебе туда ход закрыт. Нужно найти охранника. Ты же должны выдавать коды доступа. Ага. План эвакуации есть? Ну, конечно. Нужно выводить людей. Предлагаешь ради ваших кошек, мышек эвакуировать 40 тысяч народу? Закрывайте подвалы, можете хоть вверх дном там все перевернуть. Отлично. Ради бога. Тут сейчас полицейские, будет пруд пруди. Может начаться давка. Лучше остановить матч и вывести всех. Сорвать матч? Не, я не могу. Так найди того, кто сможет. Быстро. Погоди. Right. And now we begin. That's something. Ah, come on, crappy goddamn baseball bat. Где Джорди? Я? Свалил. Аллергия на копов и у Мариса. Но я оставил тебе подарок. Друг моего друга барыжит тачками. В гараже напротив тебя поджидает одна красотка. Брать или не брать, твое дело. Мне пора. Alright, let's go. Shit, don't do that. Oh shit. Okay, that's fine. Go, go, go. No, not hide, please. Okay, no, no, they don't go my way. You think I don't know how to control a car? Please. Oh, what's wrong with this car? I have to get used to this to cars. Okay, now this wizard. What? Shit! Well, there go my car. Ah! Don't! It's trying to talk about ramming me. God damn it, cops! Yeah, squeeze that.
Screw your car, man! Your car sucks, don't give me that car ever again. I'll take bike. Suck it! Okay, I know how to fast travel, but still. Can I go? No, I can't jump. How to go? How it's upstairs? Oh, what's this? Oh, it's a freaking hotel. That's why it's upstairs. Ah, so unrealistic. Everyone else can just climb the stairs on bikes, but not. What are you doing? Please don't. I say don't. Go. I don't like when someone take pictures of me. Судя по всему, наши данные о Марисе верны. Пока ты развлекал полицию, мы получили доступ к сети ОС. Раз уж мы оба в выигрыше, поделимся инфой. Короче говоря, теперь ты можешь юзать сети ОС, кое-какой доступ есть. Но мой проект еще не закончен. Нужно время. Nice, I can hack stuff. What can I... Really? Sure, whatever. Are you happy now? Can I use my skills some more nicer? Alright, I need stuff. Oh, this is not safe to drive. What about this one? Alright, we go to sleep now. 2-6 AM, I guess. Sure, why not? Sleep, my little man, sleep. Alright, guys, it's been Watch Dogs and me, Envyous, who've been playing it as a hacker of on the streets. Sort of, I don't know. Vigilante, yeah, that's the right word. And I hope you enjoy it. If you do, leave a like and you want to see more, subscribe. Also, leave a comment down below for any feedback for me to read. And as always, I'll see you next time in next episode. Bye bye.